Ты разбирал серьезные вопросы и в рассуждениях многого достиг, а нужно было радостно и просто по-детски к Иисусу подойти. Увидеть крест, сколоченный поспешно, и, слыша Сына Божий слабый стон, понять, какой ты маленький и грешный перед любовью вечной и святой. И нужно бы бесхитростно и прямо, не подбирая умных рифм и фраз, как в детстве разговаривал ты с мамой, так с ним без промедления говорить. Он хочет, чтобы радостным, свободным ты проходил по горестной земле, чтоб не напрасно проходили годы и ни о чем потом ты не жалел. Но ты и рассудительный, и взрослый, все мучайся в поисках пути, а нужно было радостно и просто по-детски к Иисусу подойти. Аминь. Спасение даст.